Привет, друзья, с вами Максим. В этом видео я приготовил для вас только лучшие товары с сайта AliExpress, которые вы точно оцените. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Поляризационные очки. Главное предназначение таких очков – защита глаз от вредного ультрафиолетового излучения и слепящих солнечных бликов. Линзы очков имеют многослойную структуру, внутри которой находится прозрачная пленка, которая выполняет функцию фильтра. Домик для кота в форме акулы, от которого кошки буквально без ума. Это настоящее личное пространство для вашего кота, а также хороший повод для фотосессий. Домик раскладывается очень легко, не теряет форму, и ваш кот будет себя чувствовать уютно в пасти акулы. Плюшевый поросенок. Позиционируется продавцом как игрушка для собак, которая поможет собаке снять стресс, если хозяина нет дома. Эта игрушка станет любимым развлечением для вашего питомца. Ее удобно таскать в зубах, приятно грызть и прятать в самых укромных уголках. Пистолет-распылитель с насадкой, в которой располагаются сопла от 1 до 6 штук. Отлично подойдет для распыления пестицидов на приусадебном участке. В комплект входят 3 различные насадки. Инструмент выполнен из нержавеющей стали. Имеет фиксатор курка для непрерывной работы. Xiaomi Zimai – переносной репеллент от комаров. Модель полностью адаптирована для переноски и справляется с помещением порядка 20 метров даже с открытыми окнами. Можно максимально удобно использовать в палатках, тентах, беседках, взять с собой на прогулку в парк или лес. Кольцо-поводок для собак. Тяговый канат имеет длину ремня 2,6 метра. Кольцо одевается на запястье для освобождения рук, не выскальзывает и мягко сидит на руке. Имеет подсветку для прогулок в темное время суток. Очки для массажа глаз. Имеют 3 режима работы – вибрационный, компрессионный массаж, нагрев для расслабления мышц и встроенные звуки природы для полной релаксации. Аэродинамический массаж кожи вокруг глаз нормализует кровообращение, снимает головные боли, успокаивает и помогает быстрее заснуть. Дорожная сумка. Дальние поездки станут намного приятнее, если все вещи будут сложены в специальную сумку, в которую помещается невероятное количество вещей благодаря ее трансформации. Там есть отдел для пиджака, книг, документов, планшета, нижнего белья и многого другого. Нож Кайзер. Изготавливаются преимущественно из твердой инструментальной стали VG10, известной своей прочностью и отменными режущими свойствами. Эту же сталь используют и как сердечник в обкладках из дамаска. Производитель позиционирует данную модель как EDC. Механический блокировщик дверей. Фиксаторы для дверей, или как их еще называют, ограничители, позволяют добиться того, чтобы двери не открывались дальше определенного положения. Когда дверь зафиксирована, возможности для ее открытия снаружи нет. При этом замок не используется, то есть дверь формально остается открытой. Лаунчпад. По сути, это пластмассовая коробка с 64 кнопками, на которые назначаются определенные звуки. Используется вместе с компьютером и совместимыми программами. Чтобы играть музыку в лаунчпад, нужно обладать недюжинной сноровкой и скоростью рук. Как говорится, все приходит с опытом. Тактический нож поможет в экстремальных ситуациях, в полевых условиях. Это незаменимый инструмент при выполнении множества задач, среди них помощь в приготовлении еды. Также орудие поможет соорудить убежище и оборудование позиции для стрельбы. Деревянные наручные часы.
с простой для понимания индикацией и корпусом из дерева. LED-индикаторы спрятаны по слоям дерева и загораются при нажатии на кнопку. Верхняя кнопка отвечает за отображение часов и минут. Штрихи по периметру показывают часы, цифры посередине – минуты. Машина времени DeLorean. Эта модель – точная копия машины времени Дока Брауна из трилогии «Назад в будущее». В модели предусмотрена подсветка на дверях и на крышке капота. Приборная панель подсвечивается, включая специальный спидометр, который показывает, когда машина разогналась до нужной скорости 88 миль в час. Набор футбольных роботов Xiaomi. Особенностью роботов стали их футбольные навыки. Например, робот-футболист может уворачиваться от противника, сохраняя при этом мяч или отбирать его у противника. В новом году крипта бьет все рекорды. Популярный эфириум растет быстрее биткоина. Сейчас эфир достиг 1481 доллара за штуку. Рост составил 84%. Инвестиционная площадка Avalon купила эфир еще до нового года по старому курсу. На таком скачке они подняли много кэша. Какой же курс сорвала эта компания вместе со своими инвесторами? Стать профессиональным аналитиком очень сложно, но стать инвестором проще простого. Не нужно обладать особыми навыками, и инвестировать может каждый. Не зависеть от работы по графику, вот это действительно круто. А еще круче 1,3% к вложенным средствам каждый день. Итак, на прошлой неделе я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанную сумму. На оставшуюся сделаем еще один депозит на 7 дней. А вот и очередная выведенная сумма. Все в твоих руках. Проходи по ссылке в описании и регистрируйся. 2 минуты, и ты успешный инвестор. Видеокамера, замаскированная под игральную кость. Камеру можно использовать в любых ситуациях, незаметно для окружающих, легко спрятав ее в кармане, рукаве или в элементах интерьера. Противомоскитная лампа Repellent Castus Mosquito Killer. Фумигатор использует физическое привлечение комаров за счет UF-света определенной длины, притягивая их на требуемое расстояние, вентилятор всасывает их внутрь хранилища. Электрические швейные ножницы. Можно использовать для резки ткани, картона, кожи, бумажных коробок и так далее. По сравнению с обычным ручным резаком, эти ножницы могут резать ткань более эффективным способом, а также дают вам более точные результаты разреза. Похититель сладостей. В идее конфетного автомата есть и польза, ведь это простой способ ограничить ребенку доступ к сладостям. Чтобы съесть конфетку, нужно будет ее выиграть, а время игры ограничено. Вот так, играя, вы сможете убедить ребенка, что сладости нужно поглощать в ограниченных количествах. Ударная отвертка. От обычной отвертки она отличается тем, что имеет большой и усиленный корпус из прочного металла. Вращение начинается тогда, когда на рукоятку начинает действовать ударная сила тяжелого предмета, чаще всего это молоток. Термочехол для телефона. Чехол изготовлен из термочувствительного материала, благодаря чему он меняет окраску в зависимости от температуры воздуха или под воздействием тепла от ваших рук. А если окатить его горячей водой или нагреть на солнце, так он вообще целиком цвет изменит, пока не остудится. Интерактивная игрушка-кормушка для собак и кошек выполнена в форме тумблера-неваляшки, который дозированно выдает корм. Средняя часть прозрачная, что позволяет домашнему питомцу видеть и ощущать запах любимого лакомства. Это гарантирует неиссякаемый интерес к игрушке, которая разработана специально для тех собак, которые быстро едят. Ручной отпариватель для одежды. Он вырабатывает непрерывный поток пара, который хорошо проникает в ткань и распрямляет складки, чистит, дезинфицирует и избавляет от неприятного запаха.
может с легкостью применяться как для чистки одежды, так и для ухода за мягкой мебелью, мытья окон и кафеля. Круглая форма для выпечки объемом 1 литр. Выдерживает температуры от минус 60 до плюс 230 градусов. Ваши любимые торты, запеканки, муссы, кексы и бисквиты, приготовленные с помощью этой формы, будут необычно и красиво смотреться в любой праздник. USB кабель 2 в одном. Возможность подключать сразу два гаджета к одному зарядному устройству хороша тем, что вы можете держать при себе лишь один провод, но постоянно поддерживать работоспособность нескольких мобильных устройств. Автономный беспроводной звонок, работающий без батареек. 38 мелодий для звонка и 5 уровней громкости. Такой звонок также отлично подойдет в качестве устройства, помогающего поддерживать связь с лежачим больным, находящимся в другой комнате. Адаптер для смартфона MC Dodo, который позволяет перенести вход для зарядки с нижней части телефона на заднюю часть корпуса, что очень удобно при играх. Крепится к смартфону на мини-присосках. Оборудование для лазерной очистки металла. Принцип работы устройства заключается в способности чистого металла отражать лазерное излучение, когда вещества с более сложным составом его поглощают. В результате слой ржавчины, который включает смесь трех оксидов железа, пленок гидроксидов и разных загрязнений, начинает накапливать энергию, нагреваться и слущиваться с основанием. Если мощность лазерного оборудования высока, то налет плавится и испаряется, но цена данного аппарата очень высока. Переноска кенгуру для детей. Весь день носить ребенка на руках очень тяжело. Болят руки и спина. А в тяжелый период прорезывания зубов это просто незаменимая вещь, так как ребенок успокаивается только у мамы на руках. Находясь постоянно около мамы, малыш чувствует себя в безопасности и с удовольствием наблюдает за происходящим вокруг. Выжималка для тюбиков поможет выжать все до капли из любого тюбика с пастой, клеем или с чем угодно. Будет особенно полезна салонам красоты или мастерским по ремонту, ведь именно здесь тюбики с краской, тональником, клеем расходуются быстрее всего, а пальцы не железные, чтобы бесконечно выжимать. Женские аксессуары в салон автомобиля. Автомобиль изначально скорее является чисто мужским атрибутом. Женщинам же наверняка захочется сделать машину более уютной, яркой и домашней. В этом деле помогут женские аксессуары, которых существует огромное множество. Робот-динозавр выполняет массу команд, может кокетничать и злиться, может ласкаться и крушить все вокруг. Выполняет реалистичные движения и звуки, как у настоящего динозавра. Имеет подвижные руки, голову и хвост. А еще он может выпускать водяной пар из пасти. Пылезащитная маска с фильтрующей мембраной из активированного угля и с защитой от частиц PM2.5. На самом деле эти частицы очень опасны, люди вдыхают их каждый день. На небольшие дозы PM2.5 нет мгновенной реакции, как на отравляющий газ, но они накапливаются в организме и со временем могут привести к серьезным проблемам. Игрушка-дразнилка для кошек поможет направить неуемную энергию и любознательность питомца в мирное русло. Шустро перемещаясь внутри ловушки, пластиковая игрушка будет дразнить кота, но в лапки не дастся, что делает данную разработку весьма долговечной. Оперативная память Kingston Hyper X. Объем каждой планки от 4 до 16 гигабайт. На выбор DDR3 и DDR4, поддерживая частоты от 1866 МГц до 3200 МГц. Светодиодные бра с фигурками ангелов – это современный вид осветительных приборов, который отличается особенно высокой популярностью, имея строгую конструкцию и оформленный в светлых пастельных тонах, поэтому они прекрасно впишутся в интерьер в стиле классика и смягчат его.
Накладная сменяемая шина для велосипеда, которую за пару секунд можно надеть поверх установленных. Более того, благодаря специальной вкладке фиксатору, велосипедисты могут не переживать о том, что накладная шина провернется в пути. Позволяют вам просто пристегнуть новый протектор вместо изношенного, или сменить на другой в зависимости от того, где вам предстоит проехать, по городу или по бездорожью. Электроскейт Xiaomi. На деке удобно может разместиться даже взрослый райдер с весом до 100 кг. Для того, чтобы выдержать столь солидный вес, для производства корпуса применяется авиационный алюминий, а дека изготавливается из канадского клена. Wi-Fi камера, замаскированная под обычную лампу E27. Угол обзора 360 градусов, имеет датчик движения, оснащена ночным видением и записью голоса. Камера поддерживает приложение удаленного включения-выключения света. Можно использовать карту памяти до 64 гигабайт. Гироскоп представляет собой вращающийся маховик, закрепленный в корпусе. Если раскрученный гироскоп наклонять, он будет сопротивляться этому наклону. Можно установить раскрученный гироскоп на кончик пальца, на ручку или веревку, а сверху на него поставить еще один. Вакуумные пакеты для удобного хранения одеял, курток, свитеров и сезонной одежды. Пакет из плотного полиэтилена оснащен фиксацией Ziploc и специальным клапаном для выхода воздуха. Для упаковки вещей вам понадобится лишь пылесос. Отличный гаджет для того, чтобы габаритные вещи занимали в 2-3 раза меньше места. Дверная сигнализация, которая превосходно подходит для спальни, вашего офиса и гостиничных номеров. Внешний вид похож на небольшую педаль, которая устанавливается под дверь. И ваше устройство сразу срабатывает при открывании двери автоматически с бешеным сигналом. Светящиеся очки. Если вы собираетесь посетить вечеринку, дискотеку в ночном клубе, пляжный карнавал или другое развлекательное мероприятие, то такие очки подчеркнут созданный образ на любом празднике, вне зависимости от его тематики или места проведения. Проектор волн океана проецирует переливающиеся волны на стену или потолок и может использоваться для создания расслабляющей романтической обстановки в комнате. А с помощью встроенных аудиоколонок вы сможете насладиться любимой музыкой или просто воспроизвести шум плескающейся воды. Летающая модель персонажа комиксов «Железного человека». Левитирующий Iron Man парит и крутится над подставкой при помощи магнитов. Сувенир ориентирован на фанатов Железного человека и любителей необычных вещиц. Длина фигурки составляет около 16 см, диаметр базы 11 см. Шторка для ванной предназначена для пользователей, не желающих расставаться с мобильными устройствами даже в ванной комнате. При этом мобильные устройства полностью сохраняют свою функциональность. Магниты в форме шариков могут стать настоящим конструктором-головоломкой. В реальности из них можно собрать любые фигуры, насколько позволит ваша фантазия. Но они не должны попадать в руки маленьким детям, это игрушка для взрослых. Чехол-аккумулятор – уникальная вещь, совмещающая в себе свойства защитного чехла и аккумулятора емкостью 4200 мАч. Данное изделие увеличит время работы устройства в 2,5 раза, лишив вас возможности остаться без связи в самый неподходящий момент. Чехол для iPhone с электрошокером. Неплохой ответ на вопрос районных аборигенов – есть мобила позвонить? Прицельно поразив шею, пах или лицо, можно получить отменный эффект, вполне оправдывающий приобретение чехла электрошокера.
Летающий спиннер. Спиннер умеет не только крутиться, но и летать. Для этого в него встроили три небольших винта, которые при вращении позволяют гаджету немного левитировать или очень медленно снижаться в воздухе, если его подбросить. Трехколесный инерционный самокат. Основной особенностью самоката является то, что он приводится в движение за счет перемещения центра массы тела из стороны в сторону по принципу карвингового катания, как на лыжах, роликах или коньках. Подушка-пердушка. Когда ни о чем не подозревающий человек садится на подложенную на кресло подушку-пердушку, воздух из нее под действием веса садящегося выталкивается, и подушка издает звук, напоминающий характерный для отхождения газов звук. Светодиодный рюкзак. Основная отличительная особенность таких рюкзаков – наличие дисплея. Рюкзак получил от 20 до 35 литров внутреннего объема, размеры экрана 25 на 25 сантиметров и многообразные цвета. LED-экран защищен от воды, поэтому вы можете не бояться намочить рюкзак дождем или снегом. Игрушка антистресс. Металлические кольца, соединенные между собой. Легкий шум при игре и приятные ощущения успокаивают и снижают нервное напряжение. Эксперты советуют для использования детям и взрослым, но только если вы готовы отдать за это 30 баксов. Бутылка-тайник. На вид это обычная пластиковая бутылка с газировкой, но все не так просто. Внутри вы можете хранить, например, деньги или еще что-то ценное. Тайник сделан из настоящей пластиковой бутылки, поэтому вы спокойно можете носить его с собой или поставить храниться в холодильник. Светодиодный автономный прожектор. Мощностью 30 Вт. Может питаться от сети 220 Вольт или от аккумулятора 18650. Прожектор имеет мощный алюминиевый радиатор для охлаждения светодиодов. Стабилизатор Fun Snap Capture. Управление интуитивно понятное. На передней панели находится кнопка включения, кнопка записи и джойстик регулировки. На задней стороне расположился микро-USB-порт для зарядки и дополнительная клавиша. Сенсорная насадка на кран, которая позволяет автоматизировать процесс включения воды, а также обеспечить ее экономию. Достаточно поднести руки под кран, как устройство самостоятельно распознает объект и проконтролирует подачу воды. Радиоуправляемая Subaru Impreza. Модель имеет такой же симметричный постоянный полный привод, яркие фары и габаритные огни. Единственное, чего нет у этой модели – легендарного оппозитного мотора. Но об этом забываешь сразу, как только выходишь на укатанный грунт в сумерки, включаешь фары и начинаешь филигранно проходить повороты в раллийном стиле. Ёршик для унитаза с подставкой в простом исполнении станет пикантным дополнением вашей туалетной комнаты. Изготовлен из качественного пластика, максимально прост и удобен в использовании. Набалдашник выполнен полностью из резиновых щетинок длиной чуть более 2 см. Устройства, с помощью которых вы сможете быстро и легко наклеить защитное стекло на экран смартфона меньше, чем за одну минуту. Все мы знаем, что защита на экран телефона – это одна из первоочередных задач для любого владельца смартфона. Браслет USB. Это оригинальный аксессуар для мужчин и женщин, USB-кабель для зарядки и передачи данных в виде ремешка на запястье. Кабель защищен кожаным плетением, всегда будет при себе и поможет в любой ситуации.
Молот Тора – ящик с инструментами, стилизованный под фэнтезийное оружие, но его содержимое позволяет применять магию профессионального слесаря, который сможет отремонтировать что угодно. Тут и рулетка, и набор шестигранных ключей, отвертка, универсальный нож, плоскогубцы и так далее. Всего 28 предметов. Универсальный топор-молоток. Для любителей сходить в поход в лес, заняться рубкой дров, и создан этот инструмент, способный выполнять функции как топора, так и молотка при необходимости. Не займет много места, а выглядит как традиционный топор для туризма. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!